начнется ли в ближайшее время извержение Авачинского вулкана. Того самого вулкана, который сейчас виден за моей спиной. Привет! Это Камчатка с Александром Петровым. И сейчас я нахожусь недалеко от поселка Радыгина. А за моей спиной, как я уже говорил, Авачинский вулкан. Один из домашних вулканов, прекрасно видный из столицы Камчатского края. Это точно. Вулканологи обещают, что в ближайшее время это извержение, возможно, начнется. Но это не точно. Авача сильно извергалась в 45-м и 91-м годах. Вот теперь мы не знаем, ждать очередного извержения или нет. А давайте посмотрим цайтраферную съемку, так называемый таймлапс. Как выглядит фумаролы наверху Авачинского вулкана. Смотрим. Итак, ждать ли нам в ближайшее время извержения Авачи? Пока никто ответить на это не может. Напомню, что несколько лет назад вулканологи прозевали извержение Толбачика. Сейчас они говорят, что да, возможно, на Аваче скоро начнется извержение. Но, возможно, 100% вероятности никто не дает. С такими вещами играть нельзя. Теперь, как вы уже привыкли, ставьте лайки, если вам нравится время от времени смотреть на моем канале всякие разные камчатские мелочи жизни. Пишите комментарии. А если вы здесь впервые, то, пожалуйста, выполните вот эти вот рекомендации в правом нижнем углу кадра для того, чтобы не пропускать новые видео на моем канале. Выполнили? Молодцы! До свидания!